BlackQ-A9 Pro компания снабдила новинку второй камерой, которая способна создавать красивый эффект боке, ну в смысле размытый фон, позади главного объекта съемки. Камеры основные от Samsung на 8 и 0,3 мегапикселя. Вторая отвечает за размытие как раз таки фона, вспышка двойная. Если вам функция размытия фона интересна, то стоит все же приглянуться к этому смартфону. Во всех иных случаях хватит и обычной обработки в Instagram. Процессор MTK6737, двухъядерная видеокарта, позволяют играть в требовательные игры с хорошей производительностью на средних либо минимальных настройках качества. А вот экран здесь с HD разрешением. Сам дисплей от компании AUO – это очень древняя тайваньская компания, которая десятки лет производит различного рода электронику. Ну, в частности, больше привержена она производству дисплеев. Родословную свою компания берет из известной всем Acer, так что за качество дисплея можете не переживать. Клиентами этой компании были Samsung, Dell, Acer, Asus, Sharp, Sony, Panasonic. Как видите, с качеством все окей. Примечательно, что здесь есть USB Type-C и OTG. И больше я не припомню смартфонов с такой низкой ценой с USB Type-C. Хотя пишите комментарии, может есть такие. Оперативной памяти 2 ГБ и внутренней 16 ГБ. Две сим-карты, поддержка сетей 4G и сканер отпечатков пальцев. А еще Android 7 версии. И также вам доступно 4 вот таких вот цвета. Забыл упомянуть, что дисплей без воздушной прослойки. Цена телефона порядка $87. В тестах Antutu телефон набирает 29 тысяч баллов. Номер 2. UKITEL U16 Max. Этот телефон является новинкой компании. Процессор 8-ядерный MTK6753 на 1300 МГц. Видеокарта на 3 ядра. Называется Mali-T720. 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ внутренней памяти. В Antutu телефон набирает порядка 37 тысяч баллов. В распоряжении у вас будет Android 7 версии. Батарея здесь, в отличие от BlackQ A9 Pro, уже на 4000 мАч. Зарядная с уменьшенным временем зарядки, потому что ток на 1,5 ампера. Телефон поддерживает microSD карты до 32 ГБ и обладает, внимание, 6-дюймовым дисплеем с разрешением HD от компании GDI, матрицей IPS и защитой экрана 2.5D. Есть здесь и обновление по воздуху, и камера основная на 13 мегапикселей, а селфи на 5. И весит новинка 222 грамма, ну прямо четко 222, так написано на сайте производителя. И габариты устройства следующие.